сегодня мы с вами приготовим легкий воздушный летний десерт. Давайте готовить вместе. Для бисквита мне понадобится 3 яйца, 90 граммов сахара, щепотка ванилина, щепотка соли, 90 граммов муки, пол чайной ложки разрыхлителя и цедра половинки лимона. В чашу миксера я натерла сразу цедру половинки лимона. Сюда же разбелков отделять не буду. Добавлю сразу сюда же щепотку соли и буду взбивать до легкой пены. Когда появилась пена, я уже отправляю сюда сахар и ванилин. И буду взбивать уже до пышной массы. Сахар буду добавлять 2 этапа. Если вы не любите лимонный вкус, привкус, не добавляйте цедру лимона, просто ванилин только добавьте. После того, как яйца взбили, убираем венчик, он нам уже не пригодится. Теперь сюда в сито я отправляю муку, разрыхлитель. Прямо здесь перемешиваю и тоже за 2-3 раза буду вмешивать муку в яично-сахарную смесь и перемешивать. Муки тут порция небольшая, поэтому двух приемов будет достаточно. И вот так аккуратненько перемешиваю, чтобы вмешать всю муку в эту массу. Если вы уверены, что яйца вы взбили очень хорошо, то, естественно, разрыхлитель можете не добавлять. Я на всякий случай сегодня добавляю. Тесто для бисквита готовится очень быстро, поэтому я сразу включила духовку разогреваться на 180 градусов. Вот такое тесто у меня получилось, и отправляю его в форму, выстеленную пергаментной бумагой. Если вы не уверены в качестве своего пергамента, то смажьте его маслом растительным или растопленным сливочным, какое вам нравится. Бока формы не смазывайте. Теперь нужно разровнять тесто в форме. Распределилось, чтобы оно более-менее равномерно. Вот так разровняла тесто. И теперь отправляю, как я уже сказала, в разогретую на 180 градусов духовку примерно на 15 минут. У меня прошло 15 минут. Бисквит готов. После того, как бисквит немного остыл, я его извлекла из формы, перевернула на решетку. И дам ему полностью остыть. Бисквит получился очень нежный, мягкий, хорошо поднялся и воздушный. Слышите? Все, оставляю его до полного остывания. Я взяла ягоды. У меня 400 граммов вишни и 300 граммов смородины черной. Ягоды у меня замороженные. Я добавляю к ним 3 столовые ложки сахара. Больше-меньше, это уже по вкусу. Немножечко воды. Просто, чтобы помочь им быстрее. 50 граммов воды где-то. 50 миллилитров воды где-то добавляю. И пускай они потихонечку тут размораживаются. Ягоды, как только закипело, сок закипел от ягод, я сразу выключила газ и откидываю на сито. Можно было ягоды просто разморозить,
Ну, тогда сахар не растворился бы, и они были бы, этот сахар хрустел бы потом впоследствии у вас на зубах. Поэтому я довела до кипения и тут же выключила. Все, пусть остывают пока ягоды. Дальше я просто делаю желе готовое из пакетика. Можно сварить самим из ягод. Ну, я сразу, чтобы оно и красивое, и вкусное. Я сразу по инструкции его делаю. Чтобы не занимать время и чтобы было вкусно. Все, готовлю желе. Вот горячей водой его заливаю, размешиваю и даю остыть немного. Теперь творог у меня был зерненый, ну, зернышками, не пастообразный. Я его блендером размяла. Можно сразу взять пастообразный, тогда он будет сразу, не нужно будет его размолачивать. Добавляю сюда 3 столовые ложки сгущенного молока на 600 граммов творога. Добавляю сюда щепотку ванилина для аромата. И все это перемешиваю. Можно сгущенное молоко заменить, конечно, сахаром. Но единственное, имейте в виду, что когда вы будете творог смешивать с сахаром, он будет пускать воду. У вас будет лишняя влага, тут жидкость. И еще добавлю сюда ложечку сметаны. Добавляю сюда хорошую ложку сметаны. И все вместе теперь перемешиваю. Это опять-таки сгущенное молоко. Добавляйте по вкусу, как вам на сладость. Попробуйте. Если вам мало сахара, сладости, добавьте еще сгущенки. Если достаточно, то не добавляйте. Если блендера нет, можно через сито пропустить, а не протереть творог. Но у меня терпения не хватает, честно говоря, тереть творог через сито. Я блендером делаю. Творожная начинка, наш творожный слой готов. Посмотрите, он получается вот такой воздушный. Попробуйте на сладость, еще раз говорю. Если вам не очень сладко, добавьте еще по своему вкусу. Убираю в сторону. Теперь займемся бисквитом. Бисквит наш остыл. Он очень нежный и воздушный. Его не надо даже, ничего я срезать не буду. Он сверху как раз с этой стороны, да, получается, со стороны, на которую он пекся, он пористый, поэтому обрезать я ничего не буду. И сухих мест тут практически нет. Все, я отправляю в кольцо бисквит. Я сделала бортики из плотного файла, вырезала. У меня нет ацетатной пленки, я вырезала из файла. Если есть ацетатная пленка, можно ею сделать, конечно же. Но у меня не оказалось под рукой. В общем, плотный файл вырезала. Делаю так, чтобы вплотную было кольцо. Сразу укладываю хорошо на этот, на чем будет лежать. И надо пропитать наш корж. Хоть он и так уже достаточно не сухой, но все равно бисквитный корж желательно бы пропитать. И еще заодно придать ему вкус. Я взяла, у меня тут буквально 100 миллилитров молока. 100-120, вот так. Полстакана, в общем. Добавляю сюда пару столовых ложек ликера. Ликер опять-таки можете добавлять, можете не добавлять. Это по вашему вкусу, по вашему желанию. Если не хотите, алкоголь не добавляйте. Ну, он придает очень хороший вкус здесь. Можно добавить также коньяк, ром, что вам нравится. Я добавила ликер, он заодно немножечко придаст и сладость, и вкус. И пропитываю наш корж.
Бисквит я пропитала, у меня ушло даже где-то 50 миллилитров пропитки, имейте в виду. Слишком много не надо, чтобы он потом не разваливался. И теперь сверху я выкладываю нашу творожную начинку. Выкладываю и разравниваю. Кстати, если нет ни файла, ни ацетатной пленки, то можно даже просто пергаментом выложить край. Все, вот так разровняла, насколько можно ровно. Все, у нас творожный слой готов. Осталось дождаться ягоды теперь, чтобы остыли, и уже доделать наш тортик. Ягоды подостыли, и теперь я аккуратненько буду выкладывать их на творожную начинку. Тоже равномерно распределять по всей поверхности буду. Если у вас есть свежие ягоды, конечно, можно это сделать со свежими ягодами. Это будет еще вкуснее и еще красивее. Сейчас клубнику можно сделать, можно что угодно. Даже фрукты можно, даже персики, абрикосы тоже разрезать красиво. То есть сверху можно сделать любую начинку. Будет вкусно и красиво. И после того, как распределила все ягоды по поверхности пирога, я заливаю его аккуратненько желе. Делаю это через ложку. И вот так. Желе тоже уже остыло. Как я и сказала, можно вот с этого сока, который с ягод стек, можно сделать это же самое желе, да, такое же. Добавить желатин туда. Ну, я сегодня вот так делаю. И аккуратненько распределяю так, чтобы тоже вся поверхность была покрыта желе. И как всегда, все пропорции, весь рецепт вы найдете в описании под видео. Наливайте через ложку, чтобы ваши ягодки все не разъехались из центра в стороны. Если вы будете лить напрямую, они могут убежать у вас из серединки или из того места, куда будете лить. Все, наш пирог, торт готов. Отправляем теперь его в холодильник для стабилизации и для застывания желе. Он уже выглядит очень красиво. Осталось дождаться, чтобы застыл. И еще, если вдруг сверху у вас образуется пенка, аккуратненько ее снимите, чтобы потом она, когда застыла, не была некрасивыми пятнами сверху пенки. Вот этот сок я имею в виду, который стек вот с ягод. Вы можете добавить сюда желатин замоченный. И сделать то же самое желе. Но учтите, что оно будет менее прозрачным, чем то, которое вы приготовили готовое из пачки. Прошло 2 часа, я думаю, достаточно. Смотрю, что желе сверху застыло. И я аккуратненько буду вытаскивать наш пирог из формы. И вот такая красота у нас получилась. И, конечно же, хочу разрезать и показать вам, что там внутри. И посмотрите, какая тут прелесть. Положу на тарелочку. И чтобы был виднее разрез. Еще кусочек порежу. И посмотрите, какая тут красота на разрезе, как это сочно выглядит и красиво. И сейчас попробую, скажу вам, как это вкусно или не очень. Это очень вкусно, очень нежно. В бисквите, если вы помните, я цедру лимончика натерла. Вот нотки лимона с ягодами, с вишней, со смородиной.
творог очень легкий, воздушный и сочный получается. Я бы сюда ничего не добавляла, ничего не убавляла. Вот какой рецепт я вам сказала, вот именно по такому рецепту надо делать. Это очень легкий, очень летний как раз десерт, воздушный, то, что надо в жаркую, теплую погоду. Попробуйте, вам понравится. Ну, а я хочу сказать всем большое спасибо за подписку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.